такое внутреннее напряжение? Опять-таки, вот он лег расслабленно, а рука напряжена, и она как зависла здесь, да? Вот, и она даже подергивает, она вот видите, что? Оно уже внутри пытается освободиться, но есть внутреннее напряжение. Посмотрим, куда рука тянется. А тянется рука, вот более-менее, она все-таки вот тут вот развернулась, но совершенно не говорит о том, что она все равно продолжает внутри идти под напряжением. И вот застыл. Все? Я ж ничего. Вот оно, внутреннее, его настоящее состояние и положение руки. То есть вот это вот и есть внутренняя спастика. Как вам, молодой человек, приятно так лежать? Абсолютно комфортно. Комфортно, представляете, да? Отсюда что? Опять-таки подчеркиваю, хроническая усталость. Руки устают. Устают те руки? Не только руки, да. Не только руки устают. А дышим в какой части? Сейчас я все покажу еще разочек. Вот внутренняя.